20 лет – это вовсе немало. 20 лет пролетели, как миг, когда здесь собираться мы стали, славить Бога в общении святых. Было здесь нас не очень-то много, но в сердцах благодарность жила, уповая на вечного Бога, каждый год наша церковь росла. В церкви есть и оркестры, и хоры, очень много у нас детских групп. И чужим не бывает здесь холод, здесь возносим молитвы к Творцу. Сколько пар молодых обвенчалось у святого, представ алтаря, а детей сколько благословлялось, приносили их в церковь не зря. Избирали служителей многих, проводив их с молитвой на труд, ну а с кем-то прощались в дороге, в небесах они нас уже ждут. Хорошо, что на каждом служении молодежь наша радует нас и стихами, и слаженным пением, прославляя того, кто нас спас. Есть служение братского дома, принимает Господь и таких обездоленных, бедных, бездомных, любит вечный Спаситель и их. Совершается труд благовестия, и уже можно смело сказать, что на праздник бывает здесь тесно. Третий дом нужно нам открывать. О, любимая Церковь Христова, вместе с вами мы здесь 20 лет. Здесь звучит драгоценное слово, направляя наш путь среди бед. Спасены благодатью мы Божьей, чем мы можем за это воздать? Пусть же любящий Бог нам поможет непрестанно Его прославлять. Аминь.